Всем привет, с вами Реанор и прекраснейшее вам настроение. Итак, я нашел, кстати говоря, как менять... Ну, не нашел, как переназначить эту клавишу, потому что эта клавиша у меня одновременно... Как менять освещение. Да, при записи, вот как раз, когда запускаю летсплей, у меня меняется прорисовка блоков. Вот, и в одной из прорисовок как раз видно, где находятся клеточки, да, то есть клавиши F9, это меняется. Как это... И переназначить клавишу я еще не знаю. О, красный слизень, интересно. Такого мне еще не встречалось. Я его хочу убить. Чем он отличается от других? Может, просто подземный слизень, да и все. Да, просто подземный слизень, да и все. Так, и мы продолжаем наше путешествие вниз. Нет, домик небольшой. Построил просто так от нечего делать. Ну, как бы не от нечего делать, а просто потому, что захотел так построить. И, наверное, продолжим путешествие. Ага, вот нежданно-негаданно я добрался до песка. А мне песок как раз нужен был для того, чтобы сделать такую вещь, как стекло. И я вот как раз его просто собираю здесь. Он есть, и это как раз то, что мне было нужно. Так, мы выбрались наконец-таки наружу, и сейчас я буду делать стекло. Рыба, что ты делаешь в моем доме? А, я знаю, что она делает в моем доме. Так, стекло, хорошо. Первым делом стекла, окошки сделаем. Красоту навели. Все. Теперь у нас полноценный домик. Ну, такой хозяйственный домик, в принципе. Не особо прям и полноценный. Так. И два стекла у нас лежат ни к селу, ни к городу. Давайте посмотрим, что еще можно сделать.
стеклянные платформы можно делать, понятно, но это уже ясное дело. Так, террариум какой-то можно было сделать. Террариум, что же это прям... Прям какой-то большой получается. Он такой... Там какой-то странный материал, который непонятно куда потом девать. Мне вот так куча еще этого понадобилось. А на голову нельзя его одеть? Что это за террариум такой? Интересно. Может, кого-то можно в него поймать? Не знаю. Что поставить я его не вижу, можно или нельзя. Надо попробовать поймать какую-нибудь белочку или что-нибудь подобное, можно попробовать. Так. О, кстати говоря, в этот биом несколько по-другому выглядит. Лягушка, ну-ка, стой, лягушка. Где ты? Где ты, лягушка? Где-то я тебя видел уже. Лягушка, лягушка, квакушка, ты где? Гораздо приятнее, кстати говоря, разделываются слизняки. Другие монстры уже с этим мечом. Не сильно прям крутым, да, но уже на порядок лучше все это происходит. Не знаю, может, светлячков поймать можно. Поглядим, что же можно попробовать. О! Вот эту вот рыбку. Рыбку поймать можно? Террариумом. Нет? Террариум. Какой-то материал. Так, секундочку. Так, походу, да, нужно его что-то. Для чего-то он нужен, но походу я до этого чего-то пока еще просто не дорос. Так что откладываем пока террариум сюда. Это было потрачено в пустую стекло. Ну ладно. Ничего страшного. О, кстати. Вот оно. Вот они, поушены пошли, да, из геля можно сделать. И бутылок. То есть это как раз стекла нам понадобится поболее. Вот, так что мы идем за стеклом. И за песком возвращаемся вниз. Да, то есть, чтобы использовать террариум, еще раз скажу, нужно, чтобы появился торговец, да, у которого можно купить потом такую вещь, как сачок, сачок поймать животное, сачком поймать животное, а потом вот этот террариум как раз использовать. Я продолжу накапывать песок. Упс. Да, кстати, дело такое, аккуратно надо с этим всем быть. Может заваливать и неприятности из-за этого какие-то иметь. Все, продолжаем.
А вот и пригодилось, наконец-таки, нам наше место с костром. И, кстати, да, чем дольше мы стоим на месте, да, около этого костра, тем быстрее восстанавливается жизнь. Смотрите, она сейчас все быстрее и быстрее будет восстанавливаться. Вот она уже восстановилась, и теперь мы можем продолжить. Пришло, пожалуй, время продолжить наш путь еще глубже. Для этого мне нужно немножко будет спустить, правда, воду. Как раз она вот здесь отмешается. Возьмем в руки светяшку и посмотрим, что ж там внизу такого я еще увидел. А, это как раз слизняк скачет. О-о-о, нужно срочно себе создать здесь воздушный карман, потому что я немножко не рассчитал. Фух. Кстати, можно создавать воздушный карман и больше комфортности. То есть вот таким вот образом, ну, чуть-чуть получается, нужно его делать уже ширину 3. Да, внизу мы видим, там у нас есть доступ. Как раз зальем это дело водой. Такие подземные резервуары на самом деле очень полезны. Полезно для чего? Чтобы в дальнейшем в них появлялись медузы. И потом просто ходить их там, как говорится, фармить. Фармить этих медузяк. Единственное, что для этого, конечно, нужно сделать более... Так, давайте-ка сначала... Прежде чем в это рискованное путешествие кинуться, возьмем что-нибудь. Потому что медузы, они очень агрессивны. Так, нужно срочно, опять же, озаботиться воздушным карманом. Или познакомиться со слизняком. Оу, куда? Не-не-не. Так, у меня сейчас есть реальный шанс... Да, утонуть. Нужно было просто делать балки. Ничего страшного, сейчас мы сюда вернемся. Теперь сразу действуем по уму. Бросим сразу палку. Да, вот здесь можно было на самом деле вполне себе так спокойно эту проблему перетерпеть. Так. Стоять.
Единственный минус, конечно, если здесь поставлю факела, то здесь перестанут спавниться вот эти вот существа. Насколько мне помнится. Ух. Да, и чтобы они там продолжали спавниться, мы, наверное, все-таки я уберу. Здесь факел. И спущу воду. Чтобы было побольше воды. Так, здесь сейчас построим себе комфортное место для... для восполнения кислорода. А здесь подготовим место, где бы еще больше могло соспавниться всяких разных медуз. Ну и прочей гадости. Все выстроили. Так, и теперь, наверное, здесь где-нибудь начнем прорабатывать себе местечко, с которого мы как раз так вот так поставим только. Так, хочется и собрать песочек. С другой стороны, мы сейчас глянем просто, что тут у нас внутри. Внизу, да. Внизу у нас тоже немножко воды имеется. Поэтому ничего страшного, если мы сделаем это все таким большим-большим озером. Почему нет? О, железная руда. Еще кусочек железной руды. Неожиданно. Так, подышать. Ага. Так, выскакиваем, дышим. Да, это чисто место в будущем для фарма именно медуз, ну, такая вот личинка, потом мало ли. Так, я нормально не подышал. Ах-ха-ха-ха-хо-хо-хо. Да. Ладно, ребят, я уже за кадром заберу свою монетку. Да, кстати, монеты пока не собираю специально, потому что я не хочу, чтобы у меня раньше времени пришел торговец. Вот поэтому монетки я выкладываю. То есть даже не с той... Все равно я каждый раз возвращаюсь в то же самое место, да? То есть в основном с той же самой целью, чтобы не пришел раньше времени торговец. Вот такие вот пироги. Ладно, на этом я с вами прощаюсь. А с вами был Реанор. Пока-пока и счастья вашему дому. До следующих серий.